Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня, ну, я так думаю, что все-таки пора завершить видео о пакетиках с семенами. Я покажу то, что куплено в самую последнюю очередь, поэтому оно уже не может быть приурочено ни к цветам, ни к чему-то другому. Но здесь, собственно, цветов не так много, но мне показать их хочется. И вот эти три пакетика. Эти сознательно попали в руки, а это, ну, у дочери что-то покупали, и у нее вот возникло страстное желание вот такое манисто шоколадное. Я так понимаю, что это сливки черри массой 35 грамм. Вот захотелось ей черненьких таких помидоров, поэтому вот манисто приобретено. Следующие видео будут с фото из интернета. Там, где я буду рассказывать о томатах и перцах, семена которых у меня есть, готовятся они к посадке. Ну, а к этому уже, чтобы не возвращаться, решила показать сейчас. Очень много слышала очень теплых, хороших слов и приятных отзывов и таких аппетитных, вкусных о перцах какаду. И вот встретились и желтый, и красный. Приобрела их. Попробуем вырастить их в этом году. Ну и то, чего не купили в тот момент, когда я снимала видео о семенах цветов. Кстати, уже эустомы посеяны, взошли они не все. Растут они у дочери. Какие-то все 5 штук, допустим, взошли. Какие-то из 5, 3 или 2. Примулы, которые я показывала многолетние, не взошли вообще. Хотя и земля хорошая, и подсветка каждый день им есть. Но вот, к сожалению, такая проблема. Ну, а что же здесь? Значит, так как георгины – это то, что нравится однолетняя весьма и весьма, то вот увидела такую кактусовидную георгину. Ну вот прям по внешнему виду похоже на клубневые. Вот такие низкорослые компактные фигара. Здесь смесь цветов разноцветненькие. Вот такие помпонные, тоже смесь. И такие типа веселых ребят, но более махровые. Унвинс разноцветненькие. И не смогла пройти мимо сальвии. В прошлом году сальвию сажала красную, но ни одна не взошла. Прям что за беда была, не знаю. А здесь вот такие вот пестренькие. Ready Bicolor. И вот такая интересная белый сюрприз, где из белых, не знаю, соцветий торчат красные такие языки, очень яркие, очень красивые. Но опять же, здесь, если думать, что куча-куча пакетиков и там обильное количество семян, нет, по 10 штук. Ну и, наверное, в георгинах, так, здесь 0,2 грамма, 11 штук, 12 штук, 0,15, ну, не знаю, что вот тут вот в этих граммах. Когда в прошлом году сажала георгины, то в каком-то тоже было 5-6 штук, в каком-то чуть побольше, а в каком-то 3 штучки. Чем тяжелее зернышки, ну, тем, соответственно, меньше семян. Так что, когда показывала, что много семян капусты там или того же редиса или лука, это вовсе не значит, что будет большое количество растений расти из этой пачечки, потому что где-то и по 5-6 зернышек всего. Ну вот, с семенами, наверное, в бумажных пакетах мы закончили, и следующим заходом начну показывать то, что планируется к посадке из перцев и томатов. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.